ее доме. Это мои друзья. Здравствуйте. Я тебе покажу. Здравствуйте, ублюдок. Хасан, в чем дело? Вон отсюда, немедленно. Это мой дом. А ты моя любовница. Ты не можешь обвинять моих друзей. Ты мне указывать будешь? Ты мне указывать будешь? Вон из моего дома. Как ты можешь поступить со мной так? Хасан, веди себя прилично. Почему ты так со мной поступаешь? Как ты можешь? Не смей поднимать на меня руку. Я не твоя жена. Убирайся немедленно. Я никуда не пойду. А я сказал, убирайся, иначе я вызову полицию. Полицию? Я тебя больше знать не хочу. Иди, иди. Я вызываю полицию. Франц, звони в полицию. Уходите. Позаботься о гостях как следует. Я займусь ими. Это мой друг. Здравствуйте. Я тебе покажу. Здравствуйте. Денежные дела. Он нам денег должен. Этот сукин сын у меня деньги украл. И денег, которые я заплатил за невесту, и подарки, и золото. Не переживайте, мы все вернем. А пока вы работаете с нами, о деньгах можете не беспокоиться. Если что-то понадобится, говорите, не стесняйтесь. Будь то машина, одежда или деньги. Все, что надо.